Буквально месяц остается до выборов губернатора Воронежской области, но никакой политической борьбы не ощущается. Словно результат известен уже заранее. В этом году за кресло главы региона поборются 5 кандидатов. За кого будут голосовать воронежцы и знают ли они вообще претендентов на воронежский престол? Сейчас мы это и выясним. За кого вы будете голосовать в сентябре на выборах губернатора Воронежской области? Пока не смотрела список. Уже просто через месяц будут выборы. Да, надо посмотреть. Но пока, сори за неполиткорректность, лето, много работы, отпуска и все такое. Хорошо. Но голосовать пойду точно. Пока не решил. А вообще списки видели? Пока еще нет. За кого вы будете голосовать в сентябре на выборы губернатора? За кого? За кого из них голосовать? Где гарантия, что они хорошие такие же, какие эти, да? Не знаю. Вы не знаете фамилии вообще ни одной? Пока нет. Я, честно говоря, еще даже список не видел. Вы не знаете фамилии? Нет, честно, не интересовался. Наверное, когда время подойдет, тогда обязательно посмотрю. Но а так пока... в целом, вот, например, Гусев, он баллотируется? Устраивает вполне. Угу. Вполне устраивает. То, что я вижу, происходит с городом за последние как минимум 10 лет, мне нравится. Угу. Изменения в лучшую сторону? Да, абсолютно. Не знаю, Чижов бы, если будет, то за Чижова. Нет, он не баллотируется. А кто из них? Из Единой России кто? Из Единой России Гусев. Может, Гусев. Даже не знаю. В списке еще не видели? Нет. Ни одну фамилию не знаете? Нет, не знаю. А Гусева знаете? Ну, Гусева знаю. Вот он тоже будет баллотироваться. Как вы? Ну, возможно. Возможно, да? Да.